мыслим. Черт с ним. Сна нет, есть сон лет. Кино кончилось давно. Мой дом, я в нем сижу, пень пнем. Есть свет, сна нет. Есть ночь, уже уходит прочь. Стоит таз, горит газ. Щелчок, и газ погас. Пора спать, кровать, вставать, завтра вставать. Вступление. Можно сыграть его в двух вариантах. Можно сыграть, используя только две струны, или же три. Вот, значит, первый вариант – три струны. Это будет седьмой лад. Первым пальцем мы зажимаем третью струну на седьмом ладу. И первую тоже на седьмом, вторым пальцем. Далее пойдет вторая струна, восьмой лад. Получился аккорд D, только на седьмом ладу. Здесь мы одновременно сыграем три струны щипком. Я предлагаю большой палец, первый и второй. Далее пойдет вторая струна. То есть вступление таким образом. Играем одновременно щипком три струны. Затем играем вторую. Все это на аккорде. Далее будет следующий аккорд, второй. Мы первым пальцем зажимаем на пятом ладу три струны. Третья, вторая, первая. Играем в правой руке то же самое. Одновременно три струны. И потом вторая. Еще разок начало. Значит, первый аккорд на седьмом ладу. Далее на пятом ладу барре. То есть одним пальцем мы здесь зажимаем три струны на пятом ладу. Такое... малый барре. Далее пойдет третий лад. Это будет вторая струна. Первая и вторая. Вот одним пальцем первым мы зажимаем. И вторым пальцем зажимаем на четвертом ладу третью струну. Играем то же самое. Одновременно три струны. И потом вторая. Еще разок сначала. Значит, первый аккорд на седьмом ладу D. Второй аккорд. Третий. И четвертый аккорд во вступлении. Последний. Это будет аккорд D. Третья струна на втором ладу, первая струна на втором ладу и вторая струна на третьем ладу. Играем щипком, то же самое. Таким образом, вступление получилось из четырех аккордов. Значит, первый аккорд, второй аккорд, третий аккорд и четвертый аккорд. Вот. У кого есть желание, можно сыграть не из трех струн, просто из двух, например. То есть остаются просто две нижние струны. Первая, вторая. Первая струна на седьмом ладу, вторая на восьмом. Играем одновременно две струны. И потом играем вторую струну. Играем сначала первую, вторую. И потом вторую. Далее. Тоже такой вариант приемлемый. Значит, аккорды будут также. Значит, седьмой лад, первая струна. Восьмой лад, вторая. Далее пятый лад, первая и вторая струны. Третий лад. Тоже вторая и первая струна. На
третьем ладу. Одним пальцем зажимаем. И четвертый аккорд, значит, будет первая струна на втором ладу. И вторая на третьем. Такой тоже можно сыграть. Значит, первый вариант вступления — три струны. И второй вариант вступления — две струны. Вот. Ну, он просто полегче. Эффект практически такой же. Так, теперь сама песня. Она состоит из шести куплетов. Здесь нет как такового припева. Вот, начинаем мы, зажимаем шестую струну на третьем ладу. Вот. Будет играться перебором. Перебор здесь будет в начале. Значит, шестая, третья, вторая, третья. Сначала левая рука. Шестая струна на третьем ладу. Третья открытая, вторая открытая, третья открытая. Первый аккорд. Далее второй. Шестая на втором ладу. Третья открытая. Вторая открытая. Третья открытая. Следующий аккорд С. Здесь получилось, значит, пятая на третьем, четвертая на втором, вторая на первом. Струны. Пятая, третья, вторая, третья. То есть то же самое. Перебор будет, то есть арпеджио будет такой. Пятая, третья, вторая, третья. Вот, до этого аккорда то же самое, значит. Потом АМ. АМ — это четвертая на втором, третья на втором, вторая на первом. Играем здесь пятую открытую. Потом третья на втором. Вторая открытая. Лигуем ее на первый лад. И первая открытая. Вот это место. Пятая открытая, третья на втором, вторая открытая. Лигуется она у нас первым пальцем указательным. С открытой, вторая открытая, вторая на первом. И первая открытая. Далее аккорд ЕМ. Струны. Шестая, третья, вторая, первая. Аккорд Д потом. Одновременно четвертая со второй. Третья. Еще разок. Аккорд Д. Четвертая, третья, вторая с первой и третья. Или можно не две струны сыграть вот здесь, значит, четвертая, третья, сыграть первую и третью. То есть это был аккорд Д. И далее аккорд HM. Это аккорд HM барре на втором ладу, третья струна на третьем ладу. Точнее, вторая струна на третьем ладу, четвертая на четвертом и третья на четвертом. В правой руке пятая, третья, одновременно вторая с первой и третья. Вообще всю песню можно сыграть вот именно вот таким вот арпеджио или перебором. Вот, основная структура арпеджио. Мы либо играем... Можно все время одинаково играть. Просто здесь используется вот для разнообразия немножко по-разному арпеджио. Играем. Вот. Можно все время держать бас, третья, вторая, третья. Потом с пятой струны. Вот на всех аккордах можно так играть. Либо второй вариант. Бас, шестая струна, третья струна. И одновременно вторая с первой. Бас, третья, вторая с первой, третья. Еще разок. Бас, третья, вторая с первой, третья. Бас, третья, вторая с первой, третья. Бас, третья, вторая с первой, третья. Всю песню так держать, такой арпеджио. Можно чередовать, как я уже показывал. Вот, то есть здесь будет с легато. Шестая, третья, вторая, первая. И на
аккорде D, четвертая со второй, третья, первая, третья. Аккорд HM, пятая, третья, вторая с первой, третья. Вот. Это, можно сказать, неровно арпеджио. То есть мы играем то так, то так. Вот. А можно все время одинаково играть. В конце там, в этой песне Цой, я по-моему, слушал, он уже играет одинаково. То есть это бас, третья струна, первая со второй и опять третья. Либо бас, третья, вторая, третья. Вот, еще разок аккорды. Значит, первый аккорд G. Потом аккорд G, но бас будет у нас здесь другой. То есть мы бас играли на третьем ладу, здесь будет бас на втором, фа диез. Далее аккорд С, АМ, ЕМ, Д, ХМ, ХМ. Вот такие вот аккорды. Еще разок Ж, фа диез Ж, С, АМ, ЕМ, Д, ХМ. Тренируйтесь, у вас все получится.